Всем привет еще раз. Здравствуйте. Привет! Все с вами здороваются. Обед у нас. На обед у нас сегодня. Сегодня мне обед доченька готовила. Рыба моя. Но у меня прежде чем кушать, вот такая огромная чашка салата. Здесь у меня кальраби, капустка кальраби и плюс зелени. Вот столько. А это у меня сегодня доча тушила курочку. Вчера она ее рубила, сегодня тушила курочку с луком, много-много луку. Вот, и вот так вот она сегодня обед доча делала. Ну, вот как-то так. Прям уж интересно, да? Да. Что там получилось? Очень вкусно. Ты готовишь очень вкусно. Ну, просто другой момент, что ты не готовишь. На всякий случай уголь активированный выпить надо. Да. Всем-всем-всем приятного аппетита. Угу. Смотри, Моника ест, значит, есть можно. Да. Моника курочку только так мнёт. Если Моника ест, значит, это съедобно. Значит, это съедобно, да. Давай, маленькая моя. Как к себе домой курка заходит. Угу. Глеб в зале возится с Лего. У нас же сегодня праздник. У нас сегодня праздник, я с утра говорила. День ангела. День ангела. У Глеба сегодня день ангела. Вот, и он... Поехали покупать Лего. Угу. Как положено. Комментарии не нужны. На день рождения 3 набора Лего, но сегодня, правда, 2. Угу. Не добрали. Угу. Я и этому рад. Слышите, скромный какой, да? Дело в том, что он один набор очень сальный взял. Довольно-таки дорогой, поэтому 2. Угу. Обычно он берет мелкого, но дофига. Да. Он обычно действительно берет чуть помельче наборы. Сумма та же самая. Ну, побольше, да. А сегодня он сумму ту же самую выкружил. Ну, просто он один набор большой прям взял. А один помельче. А сумма та же вышла, как те 3. Можно я ее к тебе отправлю? Mm-mm. Она мне кушать не дает. Но ты ее сильно много не корми, она объестся. Она просит? Она всегда просит. Она там на одну сторону обрушился, да, 5 сантиметров. Ух ты ж, ела. Моня, совесть тебе. Вот приехали, быстренько Олечка кушать готовила. Да, сегодня я готовила. Доча сегодня готовила, да. Поэтому особо вкусно, да? Нет, особо вкусно, когда готовишь ты. Ну да. А я это так. А мне особо вкусно, когда ты. Странно, да? Угу. Как у нас с тобой вкусы расходятся. Угу. Почему? Потому что мне приятно, когда ты готовишь. А мне приятно, когда ты. Ну, всегда так. А Моньке пофиг, смотри. Да. Хоть ты, хоть я, на куру метет. А Моньке лишь бы мясо поесть. И сложили мне сегодня все косточки от курочки. Потому что я страшно люблю косточки. Вот очень люблю. Мне хочется косточки вот... погрызть. А, ну да. Допустим, Саша у нас нет. Он кости не любит. Олечка, Глебочка, можно чуть-чуть потише? А? Глеб, тихо. Он не любит косточки. Ему все мякоть подавай. Кто его избаловал? Ага, кто бы его баловал, непонятно. У меня есть подозрение. Ну, вот такое вот. Теща. Угу. Ну а что, если я знаю, что он мякоть любит, что ему кости наложу, что ли? А я наоборот, я страшно люблю косточки. А ты печеночку мне не ложила, да? Ложила. Ложила, вот. Ну сердечко там. Угу. Как заказала, все положила. Шикарно, ага. Угу. За
Как всегда. Ручки у меня золотые, ага. Как всегда. У тебя ручки золотые, да. Ай да люлька. Саша, наверное, еще не скоро приедет. Он когда в ту деревню в дальнюю уезжает, он всегда там долго. Сама так приготовила. Вы видите, Урчик? Слышите ли меня? Без передышки. Себя не похвалишь? Угу. Весь день как оплеванная хочешь. Угу, угу. Дедушка ага так говорил. Да-да. А он был мудрый. Он был мудрый. Слушай, подружку забирай свою. Подружка это твоя. Да? Манька. Она уже наелась. Смотри, она уже лежит. Она всегда лежала с самого начала. Да? Да. Да ведь так наелась. Не надо ее так. Слушай, так вкусно, ага. Очень вкусно. У Лёльки ручки золотые, ага. Животное наелось. Молодец, ага. Угу. Умничка, ага. Угу. Ай да Лёлька, ага. Да-да-да. Грудка, смотри, как заходит. Как к себе домой. Но она на ПП сидит. А, да. Да она наелась уже. Оля, ей нельзя переедать. Я серьезно тебе говорю. Манька, свободна. Сейчас чуть-чуть и будешь сюрпризы собирать. Все, давай. А что это она так огрызнулась? Обиделась. А, даже если она еще попросит, не давай. Ладно. Так что утром позавтракали. Съездили. Глебки купили. Лего. Помогает. Угу. Потом съездили, хотели молоко купить. Не свежее. А сейчас жара такая, и вроде смотришь по дате сегодняшнее, зачастую привозишь домой уже прокисшее. А это ему уже два дня, это точно. Глебочка. Собирай. Поэтому не стали брать. А сейчас будем отдыхать. Я перед этим уже вязала. Олечка бегала, все мяско помешивала. А сейчас будем как... Да мы, собственно, начали уже фильм смотреть. Сейчас будем фильм какой-нибудь вот этот смотреть. Че? Отец, да? Угу. Называется. Энтони Хопкинс. Угу. Главная роль. Я буду вязать и смотреть фильм. Мне чем наши курочки нравятся? Угу. Раз. Чем? Глеб спрашивает. Раз, мясо от костей тут же. Угу. Они молоденькие. Угу. Моня, ты ко мне не лепись. Не-не-не. Так что на сегодня запланировали весь день отдыхать. Правильно? Отдыхать. Воскресенье? Так воскресенье надо. Да и погода сегодня
купаться явно не получится. Так и шепчет. Курка вкусная, ага. Угу. Тебе соли хватает? Мне хватает, а тебе? А мне многовато. Могла и меньше, ты на свой вкус сделала. Ну да. А что ты так солила? Влюбилась, что ли? Походу. Вот на мой вкус, Оля у нас сейчас ест самое несоленое, на мой вкус даже немножко недосол. Да? Угу. Ты уже просто привыкла вообще недосоленое есть. Угу, походу. Это из серии «С кем поведешься, от того и наберешься». Саша у нас ел недосол. Да, Саша у нас такой недосол ел, страшный недосол ел. Угу. А мы такой пересол ели. Для него. Для него, да. Ну, нам нужно было более, нужна была более соленая пища. А для него это было аж горько. И вот как-то настолько мы сейчас привыкли недосаливать. Смотри, Моня обижается. Пусть не добор, обижается. Да? Может, она не ела. Оль! Собака 2 килограмма весом съела 0,5 килограмма уже. А ты в глаза ей смотрела? Как будто они вообще, она вообще не ела, да? Угу. Неделю. Минимум. Посмотри. Позови ее. Позови. Я не буду ее звать. Она вот сейчас от меня не отстанет. Элитная, элитная. Что-то у тебя мяса сколько было, столько и осталось. Я салат стараюсь есть. А ты Манька. Все съела? Угу. Она нам не компаньон, ага. Мясо вообще не ест, ага. Не наша она, ага. Ваша и посмотри ваша. На Майку. Мы мясо едим, а ты салат. Я всегда стараюсь ударение на травку делать. А я на мясо. Угу. Масёна пришла. Вон, смотри, Масенька. Ну, дай ей что-нибудь. Макс, тебя сейчас накормят. Да, домашнюю курочку ни с чем не сравнишь, да?
Глеб уже на пауков перекинулся. В общем, североамериканская черная вдова. А есть южноамериканская черная вдова. В общем, они из семи типов по континентам. А выглядят они похожи на основного перекуса. Да ну? Да. Европе тоже есть черные вдовы. Их с бахчи. Они рядом там с бахчи живут. Бразильский странствующий, вот это лошадь. Ого! А мясо обалдеть. Аж сладкое, ага. Ага. Ты трубчатый убирай, такие оставляй, Машки. Угу. Бонечка вообще что-то кстати, не может. Кстати, вам бразильский странствующий паук, он тоже агрессивный. Сегодня так, после утреннего мукбанга Наташа пишет. А я капусту тушу. Угу. Я капусту, кстати, очень люблю. В любом исполнении. Оля, она больше по мясу практикуется. А для меня, ага, например, да, мясо это хорошо. Да, мясо всегда хорошо. Ага, но трава для меня лучше. Десерт. Персоны. Говорила, за компанию, почти все мясо съела. Да? Да. Блин, оно вкусное. Очень. Я 12-го клещу укусил. Да я не помню уже, блин. Я знаю, что он тебя укусил это, в пятницу, я знаю. Может, во вторник 9-го поехали? Очень. В этот же день поехали. В этот же? Конечно. Нет, неправда. Маму в этот же день поехали? В этот же день поехали. Мы просто на камеру поспорить охота. А-а-а. Мама, пожарь мне, блин, я тоже обедаю. Сейчас пожарю. Глеб снесся. Угу. Персоны шикарные. Персики, да, очень сладкие. Угу. Молодец, вот так. Сейчас, подожди. Смотри, Масяня ко мне прибежала, понюхала и к тебе убежала. Подожди, ты ее что не накормишь? М? Что ты ее не накормишь? Я уже все, у меня десерт. Я думал, ты пошла ей что-то делать там. Нет. Я тарелку отнесла и за персиками. Так же нечестно. Сейчас достану. Мне чем-то анимашный пончик напоминает угличка. Такой вот решил. Сейчас, это, Масечка. Хорошо. 19. Ты посмотри его. Все, я наелась. Не доел. Что не доел? Два крылышка и пупочек оставила. И чуть-чуть салата. Больше половины. Ну, две трети я съела. Ну, это было шикарно. Вообще шикарно. Просто бомба. Бомба, Оль. Реально бомба.
Омлет, наверное, с тем молоком, да, делать? Да. Очень вкусно. Очень сытно. Очень классно. Всем добра.